И к новостям спортивным. Красноярский «Енисей» впервые за долгое время оказался в тройке лидеров турнирной таблицы футбольной национальной лиги. Наша команда обыграла краснодарскую «Кубань». Матч состоялся 6 ноября в футбол-арене «Енисей». Голы в составе красноярского клуба забили Идрис Умаев и Егор Иванов. «Кубань» отквитала только один мяч. Итоговый счет встречи 2-1 в пользу красноярцев. «Енисей» набирает 3 очка и поднимается на третье место в турнирной таблице ФНЛ. Напомню, 4 первые строчки дают возможность сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне. Впереди еще половина розыгрыша ФНЛ. Следующий матч красноярской команды пройдет 13 ноября на выезде против казанского «Рубина», соседа по турнирной таблице. Yeah.